Не, скорость у нее была нормальная. Только почему ее в канал занесло, я не могу понять. Может, она встречную вышел? Скажите, а может, это был алкоголь? Да нет, запаха от нее нет. Себе был. Я сам ничего не помню. Но мне тут сказали, как ты за меня вступился. Я выхожу сегодня. Хочу сказать, у меня ведь надежды не было ни грамма. А сейчас выхожу. Я проигрался тут. Сильно залетел. Но это не важно. Я сегодня сына увижу. Я хочу сказать, у тебя все будет хорошо. Все сложится. Если я самый невезучий в мире ухожу отсюда, то тебе сам Бог велел. Прощай. Илья Денисович, это из Благовещенска прислали. Факультет морской пехоты, общевойсковой военный институт. Карцева Лиза запрос делала. Наверное, это теперь вам нужно передать. Да, теперь у меня дело Варшавского. Танечка? Да? Можно удалить файл. Это не так важно. Руководствуясь статьями 303, 307, 308, 310 УПК Российской Федерации, суд приговорил Григорьева Дмитрия Федоровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренным пунктами А и Ж, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть убийство 8 лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет содержания в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в Верховном суде в течение 10 суток со дня вручения осужденному копии приговора. Илья Леонидович. Игорь. А. Вот, кстати, познакомьтесь, Игорь Викторович. Молодой, но очень способный мой ученик. Очень приятно. Взаимно. Если что, обращайтесь. Ну да, 20 лет вы гарантируете. Да что вы, это исключительный случай. Я бы сказал, безнадежный. Да, спешу. Очень рад. Очень рад. Наконец-то, Максим, мы с вами можем встретиться открыто. Втроем.
Я думаю, что надо отметить это событие. Все-таки 2 месяца напряжения. Он вернется. Что? Он только что сказал мне, что вернется. Здорово. Внимание, жулики! Вы поступили в распоряжение ростовского конвоя. Курение, употребление спиртных напитков в вагоне запрещено. Жалобы, предложение ко мне в письменном виде на стол. Внимание, первый на сдачу. Первый пошел! Первый пошел! Второй пошел! Третий пошел! Четвертый пошел! Не разбиваем. Пятый пошел! Шестой пошел! Седьмой пошел! Восьмой пошел! Девятый пошел! Десятый пошел! Одиннадцатый пошел! Двенадцатый пошел! Махмудов! Магомед Ахмедович, год рождения 1983, место жительства город Батайск, Ростовской области, Ленинградская 183, осужден по статье 188, 5 лет строгого. Гаврила! Дмитрий Калянович, ты чё, по жизни потерялся? Руки за спину! Начальник, Гаврила, Дмитрий Николаевич, уроженец города Ростова, на 1965 год рождения, проживал по адресу, улица Ключевая, 8, осужден по статье 159, на 5 лет строгого режима. Григорьев! Я сказал Григорьев! Немой! Немой! Про тебя все ясно. 20 лет. Садись. Целуйся, пока на воле! Внимание, первый пошел! Бегом! Второй пошли. Пошел! Бегом. Бегом. Третий пошел! Бегом. Четвертый пошел! Бегом. Пятый пошел! Бегом. Шестой пошел! Бегом. Седьмой пошел! Бегом. Восьмой пошел! Бегом. Девятый пошел! Десятый пошел! Бегом! Пошел! Степаныч, 1948 года рождения, статья 317, 15 лет строгого. Присаживайтесь. Соломин. Осужденный Соломин Виктор Иванович, 44-й год рождения. 158-я часть 2. Срок. 5 лет.
Присаживайтесь. Григорьев. Немой? Понятно. Присаживайтесь. Мишвилашвили. Я. Осужденный Мишвилашвили Шалва Ивазович, 56-го. Статья 105, часть 2, статья 206, часть 2. 20 лет строгого. Соломин Виктор Иванович, 44-й год рождения. Статья... Ну что, посмотри. 158-я, часть 2. Срок. 5 лет. Начало срока. 1 мая 2003 год. Откуда прибыл? СИЗО 1. Кто по жизни? Мужик. Вот здесь. Это ты расписываешься за вещи. Вот эти и костюм. Бери вместе со своими вещами, все, иди туда. Проходи дальше. Добро пожаловать в исправительное учреждение номер 11. Больше именуемое в народе как барабанные палочки. Это означает, что режим содержания соблюдается здесь неукоснительно. И на свободу выходит только через ворота. Понятно? Осужденный Мишвилашвили Шалвар Ивазович, 1956 года рождения. Статья 105, часть 2, 206, часть 2. 20 лет строгого. Осужденный Яровой Степан Степанович, 1948 года рождения. Статья 317, 15 лет строгого. Соломин Виктор Иванович, 44-й год рождения. Статья 158, часть 2. 5 лет строгого. Немой? Григорьев Дмитрий Федорович? Странно. В вашем деле обозначена склонность к побегам. Хотя вроде попыток не было. Но по глазам-то вижу, что хочется убежать-то, а? Значит так, урок номер 1. Я все про вас знаю. Даже если вы свои буркалы будете прятать. А в моих глазиках, гражданин начальник. А в ваших? Заключенный. Ничего. Хорошего. Для вас. Веди в клуб. За мной. Марш! Проходите, граждане осужденные. Клуб у нас открыт для всех. В особых случаях экскурсии провожу лично я. Премного вам благодарны, гражданин начальник. Разговоры! Ничего, 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 ничего. Пусть интересуются, спрашивают. Барабанные палочки не только потому, что 11, а потому, что барабанит у нас от звонка до звонка, как положено. А рогатой зону называют тоже потому, что 11? Нет, потому что зона красная. И актив здесь работает с большевистским энтузиазмом. Ну, об этом потом. В 17-м столетии стояла здесь казачья крепость. Чуть позже, когда строили буровую, основали и колонию. Народ здесь был, да, хоть университет открывай. А сейчас еле до ПТУ дотягиваем. Хотя,
тоже ничего. За всю историю зоны удачных побегов было только 3. И то до 70-го года. Потом мы эту тему закрыли раз и навсегда. Обычно побег пресекается еще в зародыше. Ну, а если кому интересно сбежать, то пожалуйста. Комментарии излишни. Ну что ж, давайте познакомимся. Это знаменитый аферист Зиновий Лившиц. По кличке Зяба Фокус. К нам он попал после 4-го побега. Первый раз попытался покинуть территорию, смешавшись с артистами филармонии, которые давали здесь концерт. Потом повторил попытку. И, переодевшись в форму генерала внутренних войск, пытался выйти. Форму, кстати, здесь же шил, в нашей портняжной. Был пойман, практически ушел. Но черты лица подвели. Дернулся и получил пулю в пердобак. Вот. Не родись евреем. Идем дальше. А это легендарный Ваня-авиатор. И на воле о нем наслышаны, и в исправительных учреждениях тоже. Разве что песню только не сложили. Действительно, соорудил вертолет из бензопилы «Дружба». Взлетел, столкнулся с вороной и упал в районе свинарника. Похоронен здесь же, на зоне. У нас тут и мемориал имеется. Ну, потом сами увидите. И по воздуху не оторваться. Сын! Если ты орел, попробуй. Как у вас с подземными коммуникациями, гражданин начальник? Только канализация, больше ничего нет. Понятно. В говно не полезет. Да уж куда там дальше-то лезть. Ну и, наконец, даже не легендарный, а мифологический, так сказать, герой Гоша Бегунок. И известный также по кличке Семь Побегов, которую дали ему до того, как он совершил еще 2. После 9-го он попал к нам. Побег он ввел в ранг искусства. Для этого и садился. К сожалению, за 6 лет не предпринял ни одной попытки. Даже жаль. Прошлой весной был заколбашен одним отморозком, который тут же ответил по местным понятиям. Ну, это у нас редкость. Редкость. Ну, а теперь в мажорной части нашей экскурсии могу сказать, что условно-досрочное освобождение – это реально, даже для вас. У нас тут и кузницы имеются, и цеха разные, и производство отличное, и в плане искусства, например, мини-футбол. Первое место в области. У нас, кстати, тренер замечательный сидит. А вот совсем недавно рок-группа организовалась, и фольклорный ансамбль тоже. Между прочим, очень крепкий театральный коллектив. У нас недавно посадили режиссера, очень талантливого парня, с международными премиями. Он все, собственно, это и организовал. Даже я время нахожу. И товарищ прапорщик тоже. Чего, Данилыч, играешь-то? Да киллера вроде как. Древнего. Ну-ка, давай, давай, давай. Дорогу. Пожалуйста. Я не вожу телег, не ем овса, что в силах человека, обещаю! Молодец, молодец, выучил. Очень маленькая, но важная по замыслу роль. Вот так вот. Куда ветки тянешь? Руками не трогай. А вообще... Граждане-жулики особо опасные. Россия воистину страна талантов. Сколько их здесь сидит? А сколько еще на воле осталось? Так что парьтесь с удовольствием. Время у вас есть. Я думаю, что вам здесь еще понравится. В барак их уведи. Вперед! Со мной! Проблем не будет. Черные на уши сядут, ну, мол, красные козлы.
Ты их слова дели на 100. Они волки, здесь родились, здесь и помрут. Они и с барином крутят не хуже нашего. Так что их слова вообще фуфло. Если что, базары, проблемы какие, мне кашляни, я все порешаю. Ну так как? Ну думай, парень, думай. Ты главное норму выполняй. У нас начальник производства новый, зверь. Ну ты его увидишь. Чуть не сделал. Сразу без баттла в бубен и на больничку. Ты по профессии кто? Не, водилу нельзя. На, покажи сам. Ну, нормалек. Правда, с вулканом работать геморрой. Но главное, не бурой. Кочумай, следи за метлой. А, ну ты не мой, ё-моё! Так это хорошо, целее будешь. Сегодня. Да не тебе, харе. Горн почисти, угля натаскай и прибери тут все, чтобы ни чушки, ни болта не валялось. И песок, что полный ящик. Не напоминать или как? Подбери. Устал фрейрок. На крытке совсем усох. Мне доходной не нужен. Ты еще не видел, как устают люди. Встал, забрал! Готов.
Устал? Ты еще не видел, как люди устают. Собери! Вот так. Ты духарной чувак. Но голову с наковальней лучше не путать. У меня тут Гоша Бегунок пахал. Не то, что ты. А Гоша был законник. И старых еще. Ну ты путала, все поперемешал. Ну где какой инструмент? Че, знаешь? Учился? Отец кузнечил. Дед? Уважаю. А тут бакланили наши черти, что ты весь из себя дракон. Я думал, черные тебя подослали, чтобы меня поломать. А я же не ломаюсь. Ты же видел. Я же анархист. Я не черный, я не красный. Я кузнец. Так ты с кем тут? В какую масть водил? Ну, значит, будет тебе еще правило. Ждет. Давай, давай, давай. Почапали. Знаешь, куда пришел? Я Костя Империал, смотрящий. А тут вся наша козырная колода. Шатун, Треха, Самосвал, Ярый. Тебе уже козлы проехали по ушам? Зона мал красная, как юшка, черная кость у параши. Им бы так хотелось, тварям. Ну, хотелку им еще в детстве порвали. Козлы на режимке здесь масть держат. Но днем. При ясно солнышке. У барина на виду, а мы ночью правим, как упыри. А раз каждый кемарить хочет спокойно, то наша власть круче будет всегда. Еще земля была огненным шаром,
а уже рядила суд свой воровское правило. Короче, звали тебя немой, чтобы судьбу твою решить, злодейку. С ростовской кичи цинк докатился, малявы пришли. Есть за тобой парень, один косячок. Разобрать его надо. Без кипиша, без лишних мандражей. Без балды по понятиям все расставить. Присаживайся вон там пока, на заднем ряду. Но не считай, что ты у параши. Рядить надо правильно, не по-звериному. У нас тут не коммунистическая партия, и регламента нет. А чё тут рядить? Тихо, уже по всем режимкам не бздюмонь, брателла. Мы же здесь, чтоб тебе скучно не было. Тут только курить нельзя, а ворам толковать можно. Гамитка Нахичеванский сам был в этой мясне. Он пишет маляве, что не мой один, держал стойку за всю крытку. Дал беспредельщикам оборотку, да паре козлов киндюха вывернул конкретно. Гамитка пишет, за его дела быть немому на зоне козырным фраером. Такую рекомендацию раньше в политбюро принимали. Ты ярый у нас тут недавно. Пусть вот Шатун скажет. Он на режимке уже 15-й год топчет. Мы стоим так, как мы есть. Потому как понятием держимся. Гамит вор авторитетный. Ну, рамсы в натуре. Попутал. Да, пацан путевый. За воров держал мазу. Мы за это его уважим. Но зашкварился он натурально. И с него положено спросить. Не как с гада, конечно. А по-братски. Не мой анархист на вольтах. Я таких повидал в старые времена. Он не себя. Он законы наши помоил, когда в полной сознанке на людях с опущенным поручкался. Он так себя поставить хотел, что ему по фалосу законы наши, понятия, авторитеты. Это, братушки, косяк конкретный. Тяжко разгребать заморочки гнилые, путанные. Но что делать? Как мы рассудим, так и братва арестантская нас судить будет. Ну, задвинем мы пацана под шконку. Козлы пустят цинк, что это они его пошманули за своих корешей, а потом сами же его подымут для своей шоблы. Все видели, каких они амбалов себе вербуют. Нельзя такого жигана уступать, граждане жулики. Двух козлов замочить. Понятие оно, конечно, свято, но поперек разума переть не резон. Немой! Сходняк решил, поскольку головню опустили не по понятиям, он скрылся, воровской закон отстоял. Воры согласны, твой контакт косяком не считать. А чтоб не путать понятия, сходняк решает не быть тебе козырным фраером. Поживи пока на зоне честным пацаном. Ну а теперь паханы зовут тебя почиферить с ними по-братски. Куда ветки тянешь? Не трогай руками. А теперь, может, тут. Я договорился. Знаешь, Яшконка, тут табличку можно вешать мемориальную. Гоша Бегунок тут кемарил. Он хоть и вор был, а работал честно. Всеми специальностями владел.
и слесарь, и механик. Да, вот тут и шмотки его личниковые. Мне завещал. А я тебе передаю. Пользуйся. Вот на этом самом месте его и мочканули. Я на свиданке был. Жена у меня такая. Ну, женщина такая вот. Приедет, скоро увидишь. 8 лет ждет. 8. Ну, в общем, не было меня, не углядел. Я сплю чутко, а он уставший вырубился. Во сне и пришил его. Урод, заказная торпеда. Знаешь, что такое торпеда? Ну, в общем, фуфлыжник проигрался в карты или в нарды. Говорят ему, или опустим, или заказ выполни. А, Гоша заточку из пуза вытащил и завалил гада. Окончать не стал. Не взял греха. Вот такой был человек. Я его еще живым застал. Завет его принял. Знаешь, что он сказал? Через год сказал, придет человек, и ты, говорит, сразу поймешь, что это он. Вот так ему и передай. Ладно, хрен с ним. Льва надо начинать делать. Барыги какому-то на виллу. Сделаю. Барин обещал подать на УДО. Условно-досрочно. Может, ты еще место мое займешь. Я ж 2/3 срока уже отмотал. А новый бугор зоны, говорят, они да редкая. Не сделаем вовремя, геморроем не оберешься. Получится, нет. Давно с бронзой не работал. Ну, дай бог склеится. Здорово, бродяги-отшельники! Чё надо? Чё надо, чё надо? Пляши, бог огня! А ну, по-рыхлому сюда принёс. Ну, я же это, так положено. Как говорится, по-братски. Сдернул отсюда. О, непочатая! Это ж другое дело! Часик погуляй. Потом притарань пайку. Скажи для меня. Особенно настораживают осужденных, которые часто посещают библиотеку. Присаживайтесь. Вы позволите? Кстати, испокон века считалось, что излишнее образование ведет к смуте. Странно. Моя работа по психологии заключенных обсуждалась на международной конференции сотрудников исправительных учреждений. Город Лион. Франция. Жаль, начальство не отпустило. Мой метод заключается в том, чтобы окружить заключенного, осужденного, невероятной человеческой заботой и вниманием. Кстати, я про вас уже много чего знаю. Например, наш врач считает, что вы симулянт. Потому что дефектов речевого аппарата у вас не наблюдается. Потому что после контузии либо речь восстанавливается, либо человек становится полным идиотом.
А вы не идиот. Ну, ладно, на следствии молчали. Это понятно. А сейчас-то что? Или у вас это что-то вроде рыцарского обета молчания? Тогда вы опасный человек. А если учесть, что вы пользуетесь литературой то же самое, что и незабвенной памяти Гоша Бегунок, 7 побегов, 9, я помню, то ход вашей мысли я улавливаю. Поймите, у Гоши было призвание совершать побеги. А у меня их предотвращать. Сегодня утром я кое-что тоже предотвратил. Не побег. Ваше убийство. Слава богу, информация до меня доходит оперативно. Вы, конечно, боец конкретный, как здесь говорят, но от пера в спину еще никто не застрахован. И ни черные, ни красные вам защиту не обеспечат. А я могу. Потому что без меня здесь вообще ничего не происходит. Я ведь могу закрыть глаза, могу оставить их открытыми. От вас зависит. Странно. Вам сидеть еще 20 лет, а ваши друзья с воли хотят вашей смерти. И вообще, гражданин осужденный, враги у вас на воле нехилые, так что поздравляю. Жизнь далась. Я с вас тащился, может, от прихода. Еще я клемался не в конец. Но я не прокачу под мурковода. Короче, не бздюме, любви звездец. Я с вас тащился без понтов кабацких. То под вольтами был, то в мандраже. Я с вас тащился без балды, по-братски. Как хрен кто с вас потащится уже? Ну как, Васильич, круто? Круто, круто. Подожди, ты что, охренел? Какой не бздюме? Это ж Пушкин, я вас любил, любовь еще быть может. А я не кажу, что це моє. Я ж кажу, це переклад. Ну, перевод, да. Борзота как длинная. Беспредельщик. Пасть открыл. Не сможешь до понедельника мебель сделать. Ливерку отобью. Это он тебе! Мне! Хотел его на месте порвать. До цирика нарисовались. Че? У него пчела банали, что ли? Че? Понты колотят. Его говорят, провилка еще на кище приговорили. А наш актив выкупил. Как ценный кадр. Сукой буду! Пору! Если так пойдет, зона встанет. Не встанет. У красных с черными перемирие. Понимаешь, это, как в газетах пишут, раздел сфер влияния.